Привет, с вами Леха. Сегодня едем на велике до Тишкова. Фото карты будет, скрин карты будет в видео, вы увидите. Отсюда, откуда я сейчас, где-то 17-15 километров ехать. Так, мы уже доехали до конца Зеленоградской. Вот вам сейчас покажу. Я остановился посмотреть, ну где-то мы километра 20 проехали. Остановился записать вам небольшой отрывком, выписать, как вы поняли. И посмотреть, правильно я или еду. До следующего. Это мы доехали до конца Зеленогорья, но тут вообще от Зеленоградской до конца через Зеленогорье она очень маленькая. Она проходит в другой стороне. По трассе так дальше. Нам сейчас по прямой по этой дороге, а потом поворот. Жарко. Пипец. Блин, хотел сегодня пораньше выйти, не получилось. Будильник забыл поставить. Пришлось, вышел где-то часов 10. Уже жара пипец. Все, поехали. Я просто не смог удержаться и остановиться. Классное место. Тут, конечно, солнце светит, нихера вам, наверное, не видно. Ну прикольно. Еду еще до поворота до Елдигина. Машин слишком много. Поехали. Вот направо это Елдигина, а в ту сторону, это в сторону, куда нам и надо, в Тишково. Все, поехали. Короче, сейчас в Елдигина. Передумал маршрут, по Елдигину сократил где-то по 3 километра. Сейчас мне осталось проехать 6-5 километров. Жарко вообще, блин, дышать нечем. Остановился попить. И пропустить грузовые автомобили и автобус. Вот он, кстати, автобус. Ладно, все. А я попью и поеду. Увидимся, я думаю, или на полпути, или где-то ближе. Или в самом Тишково. Вот я доехал до места. Это Тишково, но где я купаться, еще не доехал, еще осталось пол километра. Надо переехать на другую сторону, через мост. Вот это. С другой стороны тоже вода. Прям так свежо дышится. Ладно, поедем до конца. Люди тут рыбу ловят, не будем мешать.